Праздник Вознесения Господня встретили в Екатеринбурге. В день торжества глава митрополии молился за литургии на Вознесенском архиерейском подворье. Уже более 30 лет назад храм Подворья был возвращен верующим, и активная жизнь прихода стала примером для многих. Подробности у Надежды Калининой. Дождались. Спасибо огромное. Праздник Вознесения Господня был любимейшим на Руси. Звон колоколов, расцвет природы и переход к теплому лету. А для Вознесенского храма этот день еще и престольный праздник. Еще с 1996 года в храме Вознесения Господня действует молодежный клуб для юношей и девушек, вставших на путь воцерковления. Важно быть не одинокими на этом пути, а иметь поддержку от ровесников. Так недавно молодые прихожане вместе посетили Троицы Сергиеву Лавру. Даже умудрились попеть на молебне. Мы идем к мощам, а у регента, именно у нашего хора, спрашивают, есть певчие. И вот мы умудрились попеть. Нам очень понравилось. То есть ты находишься около мочей и поешь. Очень захватывает. И ты понимаешь, что ты не зря это делаешь. В храме не только стараются укрепить людей в вере, но и поддерживают в житейских трудностях. А из молодежного отдела храма в 2013 году вырос социальный. И у него здесь есть даже свой собственный кабинет. Давайте узнаем, кому и как там помогают. В этой маленькой комнате смогли помочь большому количеству людей. В первую очередь поддерживают пожилых прихожан и многодетные семьи. Очень часто приходят за одеждой. Также приходят попросить продукты. Так как недалеко находится у нас вокзал, часто к нам приходят люди, которым нужно добраться до дома. Мы им тоже покупаем билеты, собираем продукты в дорогу. Все земные дела Христа также были воплощением любви. Но после своего воскресения Иисус не только спас человека от смерти, но и вознес в своем лице человеческую природу на небо. Все люди там всегда новые. И каждый день там новый и удивительный. Действительно, ухо не слышит, и око не видело. И на ум человека не исходило того, что там, что там он готовил Господь, и поэтому в этот день просто уже только одного. А завершился праздник концертом под открытым небом. На ступенях храма перед зрителями выступили юные прихожане, ученики воскресной школы. В